Снова бьется околунный свет. Дом мой сонный, серебром одет. Приветствую вас, мои дорогие подписчики и те, кто случайно нашел мое видео в YouTube. В этом видео я продолжаю разбор песни «Без тебя» группы Ария. Итак, на моей гитаре стоят немецкие струны Джон Хоп. Это немецкие концертные струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. Советую вам попробовать звук. Самый мой любимый. Итак, что я хочу вам рассказать в этом видео. В предыдущем видео я снял, как играть куплет. Показывал я это все на барре. И дальше у нас идет припев. Его, конечно, можно тоже играть перебором. Еще один из вариантов, как его сыграть боем. Все, все как вчера. Все, все как вчера. Вот таким вот образом. То есть вы можете выбрать для себя. Вот. Ну, вообще, я советую, что играть лучше всего поразнообразней. Вот, например, первый раз сыграть перебором, второй раз тот же припев сыграть боем. Либо просто вы куплет играете перебором, а припев играете боем. Так тоже очень, это классический вариант, когда так делается. И слушается очень хорошо. Итак, какие у нас аккорды в припеве? Это аккорд ре мажор, аккорд Д. Вот. Сразу покажу, какой бой можно использовать. Все. Д это третья, первая на втором, а вторая на третьем. Получается все, все как вчера. После этого у нас идет аккорд соль минор, ЖМ. Это барре на третьем ладу. И на пятом ладу мы зажимаем пятую с четвертой струнами. Вот, вот такой вот соль минорный аккорд ЖМ. Тоже два раза. Потом мы возвращаемся на аккорд Д, ре мажор. Все. Тоже два раза играем. Все как вчера. И потом опять ЖМ. Уже играем один раз, потом проигрыш. Ф, Ж. Можно просто сыграть вниз. Ф это барре на первом, третье на втором и пятый с четвертой на третьем. Мы играем просто, например, удар вниз по всем струнам. Потом этот же аккорд F перемещаем просто на третий лад, ничего не меняя в пальцах левой руки. У нас будет на третьем ладу, это же аппликатурная схема, это будет аккорд соль мажор, аккорд G.
тоже вниз. Вниз, вниз, по всем струнам, либо. Вниз, 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 вниз. Вот, поскольку мы играем аранжировку, мы играем все это на одной гитаре, а не группой, у нас есть варианты сыграть так или иначе. Вот. И продолжаем дальше аккорд D. Два раза все как вчера. Аккорд GM. Но тоже два раза. И заканчиваем мы аккордом для мажор. Аккорд А. Два. Три. Четыре. Аккорд А. Вот на, в первой позиции его можно сыграть на втором ладу. Это четвертая, третья, вторая струны. Либо на пятом ладу баре, третья на шестом и пятая с четвертой на седьмом. Играем четыре раза этот аккорд ля мажор. Вот, еще разочек изображу, как это играется боем. Все. Я трогать не буду, нам он не нужен. Дальше идет второй куплет, и опять идет точно так же припев. Вот. У нас получилось в этой песне несколько кусков. Первый кусок — это вступление, потом идет вступление, он же куплет. Вот. Потом у нас идет припев. Ну и все. Вот. Как я уже сказал, вы можете использовать здесь различные приемы игры в правой руке. Ну и по поводу моих аранжировок фингерстайл, вот я думаю, что это довольно-таки сложные аранжировки. Вот. Ну, ввиду того, что там используются такие технические приемы, вот, я, конечно, могу сделать разбор этих аранжировок, но я просто думаю, что просмотров будет не очень много, вот, и меня это не очень вдохновляет, поэтому... И у меня нет желания делать разбор на фингерстайл. Вот. Единственное, что могу сказать, вы можете просто ориентироваться по аккордам. Там получается DM, C, B, A. Также проигрыш идет. И то же самое. Делать растяжку.